Сегодня 2 ноября 2009 года. Я в трехкомнатной квартире, где младший десяток моих детей. Со мной с женой и я, 12 человек, в трехкомнатной квартире живем, как и положено, подлежащих вымиранию русам. И вот мой, какой ребенок-то? 12-й ребенок. Пятая дочь. Алексеева царица Владимировна. Для меня играет... Что играешь? Аннушку. Аннушку, давай. Почти в 63 года приятно слушать, как играет твой 12-й ребенок, твоя пятая дочь. Всем советую. Побольше детей, побольше радости. Царица Владимировна Алексеева.